Привет, друзья! Данную поставку для точила я давно планировал, так как мой заточной станок постоянно болтался то в углу верстака, то в углу еще чего-нибудь, и ему места, в принципе, не находилось. Так и из-за этого я особо ему не пользовался. И решил сделать его из обрезков труб, которые остались после стройки. По факту экспериментировал на ходу и изначально хотел применить тормозной диск от машины, но на тормозном диске, к сожалению, он стал не таким устойчивым, поэтому эту идею я сразу откинул и сделал просто две ножки, также из обрезков труб. Подставку я решил сделать из двух кусков старой толстой фанеры, которую я просто скрутил на саморезы, обрезал и отшлифовал по кругу. А еще главный мой косяк – это то, что я сначала ее покрасил, а потом вспомнил, что я не зачистил сварные швы. И пришлось снова зачистить эти сварные швы, чтобы более-менее хотя бы это выглядело. А покрасить старый цвет не получилось, так как баллончик просто тупо кончился. Был у меня в закромах еще один, но только другого немного оттенка, это алый-красный. Ну, как бы я в него и покрасил. В итоге прикручиваем нашу фанерную подставку и прикручиваем, соответственно, само точило. И испытываем, и вуаля, оно работает, и оно в принципе практически не занимает места. Спасибо за просмотр, мне было приятно, что вы смотрите меня и комментируете. А скоро будет новое видео, которое уже на стадии монтажа. Я пока вам не буду говорить, о чем оно. Это будет, так сказать, небольшая интрига.